Чарли, похоже, ты научился перемещаться между мирами. В любом случае, тебе это не поможет. Твоя сестра больше никогда не проснется. Я похитил ее разум. Скоро уничтожу ее навсегда и смогу выбраться в ваш мир. Да и тело ее без лекарства долго не протянет. Так что даже не пытайся мне помешать, щенок. Скоро увидимся. Вот ты и попался, пацан. Тебе не убежать от меня. Сейчас ты сдохнешь, щенок! Чарли, где ты? Беги, беги! Тебе все равно не скрыться! Лучше проверю, как там твоя сестра! Все получилось еще лучше, чем я задумывал. Ты запустил поезд, а значит, сам убьешь свою сестру. Горжусь тобой, щенок. Давай не спеша насладимся этим моментом. Поезд уже близко. Щенок! Теперь я не смогу выбраться в наш мир! Но свою сестру ты все равно больше не увидишь! Я не дам тебе уйти отсюда живым!